О том, на какой стадии сегодня находится работа с выплатами доплат пенсионерам, рассказал министр труда и социального развития Сурен Кирсилян. По его словам, эти выплаты – результат очередной работы межправкомиссии. Так, существует ряд распоряжений, предшествующих началу выдачи пенсионных доплат. Мы выпустили распоряжение. Мы выпустили вот такую, значит, вот расписка обязательств. То есть человек, пенсионер, который рассчитывает на эту доплату, он приходит к себе по месту жительства, свой собес, и оставляет вот такую расписку обязательства. То есть где он обязуется о том, что он не является получателем какой-либо выплаты. Только пенсионер заполняет заявку, на местах формируются списки и направляются в Минтруда и соцразвития. Дальше с ними работает сразу несколько структур. После того, эти списки поступают к нам, мы их, значит, обрабатываем, и уже после этого идет заявка со стороны собесов, и мы начинаем эту заявку обеспечивать. То есть как, мы эту заявку посылаем в пенсионный фонд направляет, значит, Министерство финансов дает команду эти деньги, значит, выпустить, и они идут опять в Сбербанк на счета этих пенсионеров. Вот такой немножко алгоритм, такой немножко длинный, но это сделано для того, чтобы, самое главное, чтобы, знаете, что справедливость была в этом деле. Первые выплаты, как рассказывает министр, уже осуществлены. Поразительно малое количество пенсионеров, утверждает Кирсилян, приходят в районные собесы. Это усложняет составление списков граждан, не получающих пенсии иных государств. С 24 числа уже начата выплата этих денег, это первые, когда первые пошли заявки. Потом, значит, после этого мы еще добавили сейчас, значит, людей. И у нас получается, так, значит, 2598 человек, которые могут сегодня получить эту доплату. Список из 3500 человек сейчас находится в рабочей стадии. Профильное министерство надеется в течение месяца максимально расширить списки пенсионеров. Я очень надеюсь, что после того, как вот начнутся эти выплаты, наши граждане, которым эта доплата положена, что они активнее придут, потому что нам все-таки хочется, чтобы вот хотя бы вот еще месяц на это потратить, но уже получить максимально вот то количество, которое должно быть. Мы где-то ориентируемся на число, ну, где-то 12 тысяч, но пока, как вы видите, пока еще где-то мы, значит, наполовину. Важно понимать, сейчас идет процесс выплаты пенсионных доплат за 2015 год. Именно потому получаемая сумма зачастую превышает 10 тысяч рублей. Это единовременная выплата. Далее пенсионеры будут получать каждый месяц определенную надбавку. Например, в случае 500 рублей – 1000. Доплаты за 2016 год еще не начаты. Но как только будут готовы списки, деньги за 6 месяцев текущего года начнут выплачиваться пенсионерам, не получающим ничего, кроме абхазской пенсии. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абазатова.